Ну, вы уже в курсе, что в специальных выпусках бутылку со 100 долларами прячут исключительно звезды. Да что ж ты будешь делать, а? Куда спрятать-то? Как же им тяжело приходится. Куда вы ее прячете-то? Я уже полгорода исходил в поисках какого-нибудь отверстия. Вы знаете, друзья, я с каким-то приятным волнением, с неким трепетом оставляю эту бутылку. Я последний, кто до нее дотрагивался. На ней еще теплые мои отпечатки пальцев. Какая же все-таки классная традиция в этой передаче оставлять не просто 100 долларов, а частицу себя. Заворачивать, опускать в бутылку. И самый счастливый из вас, конечно, обязательно ее найдет. Пусть это будет девушка. Чтобы найти бутылку, от меня и Орла Решки отправляйтесь на улицу Данте. Там вы увидите старые колонны. Это обитель святого Андреа. За колоннами справа в камнях вас будет ждать сокровище. Вперед, на поиск!